Пожертвования прихожан, церковные крестики и кольца украл из храма в Заозерном 38-летний рецидивист. В помещение он проник по приставной лестнице, разбив окно. Сработала сигнализация, но пока полиция приехала, вор успел скрыться. Поймали его по ориентировке, уже в Уяре. Сумма ущерба 25 000 рублей, небольшая, но за это ему грозит до 5 лет колонии.